не расстраивайтесь. Еще 12-13 лет, ребята, они в одном виде спорта еще не можно сказать, из кого станет чемпион мира, правильно, Серега? Будет видно, как вы будете работать, относиться, пахать, слушать тренера и так далее. Поэтому сейчас вы видели, чем вы выступаете. Вот, и вот это, вот для этого это турнир есть, чтобы вы поняли, что вот как стать таким, как Сергей, вот вы поймете это. Вот, надо трудиться, там мастерством своим, это тайным, скорее всего, все. Поэтому удачи вам, и вот как Сергей Брат сказал, никогда не отпускайте голову. Всегда надо, если проигрываете, значит, конечно, какая-то причина. Надо учиться из этого и стремиться дальше. А как, где вы будете, это будет видно, вот, допустим, до 18, 20, 25 лет. То есть у вас еще половина пути на туда ходить. Все, давайте, ребята, все. Спасибо вам, что обещали. Сава, возьми на подпись. Книжечек попроси подписать. Да. Подпишите. Сейчас не время, надо отдыхать вам. Готовится 5 минут. Это как согласен. Я не тебе говорю, они так отдыхают. Сейчас они выиграют. Позволите?